понедельник во всех областных центрах, а также городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент стартовал заключительный этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. В нем примут участие более 2000 школьников, в том числе 1107 по предметам естественно-математического направления и 963 школьника по предметам общественно-гуманитарного направления. Отметим, на этот раз соревнующиеся проверяют свои знания в электронном формате на базе учебных центров. Олимпиада проходит по двум направлениям, естественно-математического направления и гуманитарного направления. По Актюбинской области естественно-математического направления участвуют дети в Республиканской олимпиаде в количестве 60 человек, а гуманитарного направления дети участвуют в количестве 61, итого 121 детей. Я сдал по предмету география. Задания были сложные, но, думаю, я справился. Я очень долго готовился, участвую первый раз и надеюсь на хороший результат.